Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попал ZTE Blade V8 Lite. Давайте распакуем и посмотрим, что он из себя представляет. В комплекте у нас идет сам телефон. Скрепка. Краткое руководство пользователя, гарантийный талон. Также у нас в комплекте идет зарядное устройство USB мощностью на 1,5 ампера, кабель microUSB, не фирменный, на вид бюджетного качества. Также в комплекте идет гарнитура, на вид очень бюджетного качества. Приступим к аппарату. Цвет аппарата темно-синий. Варианты цветов темно-синий и золотой. Материалы корпуса металлические с пластиковыми вставками. Материалы прочность тача стекло, на вид хорошего качества. Аккумуляторная батарея 2500 мАч. Также здесь комбинированный слот. Разговорный динамик находится на лицевой части. Рядом с ним расположена камера. На задней части у нас расположен полифонический динамик, также здесь установлен сканер отпечатка пальцев и камера со светодиодной вспышкой. Три сенсорные кнопки для управления находятся на лицевой части, на правой грани находится кнопка включения и две кнопки для регулировки громкости. На верхней части расположен 3,5 мм джек, на нижней части расположен microUSB, также здесь установлен микрофон. Размер аппарата 71/143/8 мм, вес 137 грамм. Программное обеспечение Android 7.0, процессор MediaTek MT6750, 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280x720 пикселей, основная камера 13 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом, фронтальная 5 мегапикселей, оперативная память 2 гигабайта, встроенная 16 гигабайт, слот для карты памяти до 128 гигабайт, подключение Bluetooth 4.1, Wi-Fi и USB, навигация GPS, также здесь есть GLONASS, поддержка сетей 3G, 4G, поддержка радио. На этом все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, в комментариях пишите, на что еще снять, обзор или анбоксинг. Пока!